Пехота Путина просит бабла. Если кто-то думает, что Кадыров стал равным Путину, он сильно ошибается. Кадыров – это такая же пешка, как и другие. Но пешка непростая. Пешка козырная. Именно страх Кадырова держит весь Кавказ. И не только Кавказ. А если кто забыл историю Российской империи, то я напомню. Она держится только на страхе и крови, а за службу нужно платить, и очень дорого. Поэтому за это все заплатят россияне и в полном объеме.